выпустила новую игру «Волшебный сон». Ее сюжет создан по мотивам русских народных сказок. У мальчика Вити был любимый медвежонок. Взрослым казалось, что это обычная плюшевая игрушка. Но только Витя знал, что с ним можно разговаривать, играть в прятки и даже путешествовать по волшебным снам. Однажды мальчик с медвежонком очутились в дремучем лесу, в котором раньше никогда не бывали. И вдруг, откуда ни возьмись, появился страшный волк. Подошел к медвежонку, схватил его, да и утащил в свое логово. Витя остался один на один с неведомыми жителями волшебного леса, о которых даже неизвестно, хорошие они или плохие. Как же спасти медвежонка? Внимание Вити привлекла табличка-указатель. Налево живет коза, а направо волк. Витя храбро отправляется направо, но тут дорогу ему преграждает пень-чудище. Придется вернуться и поискать удачи в другой части леса. А вот и Мишка лежит, разморила его на солнышке, спит себе, ничего не слышит. Ваша первая задача – сдвинуть медведя и освободить дорогу. А что это за веселый смех слышится? Белочки. Вот озорницы. Пока, говорят, полную корзину грибов не соберешь, не пропустим. И смеются, заливаются. Что ж, соберем грибов для белочек, заодно поучимся плохие грибы от хороших отличать. Увлекся Витя, глядь, а корзинка уже заполнена. Поблагодарили его белочки и пропустили дальше. А вот и домик козы. Ну что это? Опять злой волчище. Ну уж нет, не на того напали. Витя смело принимает вызов, вступает в бой и прогоняет волка. А что же дальше? Например, дальше вас ждет еще много интересного. Семеро козлят, с которыми вам предстоит поиграть, забавные головоломки и многое другое. Впрочем, поиграйте и сами все увидите.